мечетях Дагестана продолжаются бесплатные летние курсы. К слову, в центральной джума-мечети около 90 преподавателей обучают более 1000 мальчиков и 700 девочек. Школьники от 7 лет и старше знакомятся с арабским языком, чтением Корана, намазом и основами религии. Уроки проходят с 9 утра и до обеда каждый день, кроме пятницы, и продлятся до 20 августа. Набор в группы еще продолжается. Как отмечают представители муфтията, такие занятия помогут уберечь наших детей от пагубного влияния общества и соцсетей.